Друзья, привет! Приветствую вас на канале. Наконец-то я купила своей орхидеи горшок. Вот видите, вот он. Такой прозрачный, специально для орхидей. А сегодня я уже взяла, замочила. Полчаса у меня кора стояла замочена. Смотрите, сразу корни потемнели. Были вот такие, вот прям все светлые. И полчаса постояла, кора напиталась. И все. И сейчас я буду ее пересаживать вот в этот вот горшок. Ну, здесь дренажное отверстие только снизу, в принципе, как и здесь. Вот. И здесь есть вот такая для полива, чтобы заливать, наливать туда воду, чтобы кора впитывала воду вот эту вот. Ну вот так, ребят, сейчас вытащу, покажу. За ту неделю, что я вам снимала видео, ничего не произошло, но тут немножечко так растет, а все остальное в таком же плане. Еще вот кроме того, купила кору, мелкая, видите, насыпана. Ну давайте вытащим, посмотрим, как у нас корешочки, что у нас там есть. Ребята, разобрала кое-как эту странную конструкцию. Вот, все, здесь только одна кора. Вот только в середке я не поняла. Похоже что-то на губку. Уже такой полуразложившийся. Видите, корни сразу какие стали зеленые. Полчаса они у меня стояли в воде. В принципе, корни все здоровые. Я их расправила. Вот только один-единственный там корешок. И то это как будто снаружи подсохший. Я его вот как бы удалила. Остальные все корешки нормальные, хорошие. Даже вот здесь вот, видите, новенький лезет, пипочка такая. Вот. Ну и сейчас что я сделаю? Я сейчас корешки расправляю и засыпаю в перемешку старую кору с добавлением новой. В перемешку я посажу. И сделаю, скорее всего, ей, как говорится, мокрые ножки. Как я сейчас посажу, ребят, я вам покажу. Одной рукой снимать как-то неудобно, а треноги у меня нет пока. Ну, ребят, пересадка получилась очень простая. Я смешала старую мокрую кору, да, с новой сухой. Все перемешала и забила вот в этот вот горшок. Ну вот, видите, умудрилась сломать кончик корня. Ой, ну, как могла, уплотнила, утрясла. Вот, и чуть-чуть сверху полила. Естественно, она сразу все выбежала. Вон, видите, сразу туда в поддон. Вот даже сейчас еще каплю вот так. Больше тут уже нельзя. Вот она, видите, сразу полилась. Так, вытираем. Вот, лишнее убираю. Ну, и вот так пусть стоит. Сейчас вот эта сухая кора, она, по идее, должна немножечко натянуть влагу в себя с этого поддончика. Ну, и по мере того, как здесь будет просыхать, и здесь хорошо видно, видите, горшочек такой практически прозрачный, но сейчас корней не видно, даже все засыпано корой. Ну, надеюсь, что орхидеи будут нормально себя здесь чувствовать. Вот, и еще порадует меня цветами. Пока она радует только своим ростом. Ну, в принципе, все остальное оставила точно так же. Все, ребят, на этом все. Вот так просто пересадила свою орхидею в больший горшок. Если не жалко, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.